Мужчина утонул во время купания неподалеку от бухты «Три поросенка». Шумная компания отдыхала на море. Во время купания у одного из пляжников волной унесло шлепанцы. Пытаясь вернуть обувь, мужчина заплыл слишком далеко и стал тонуть. Человека мы посадили на матрас и доплыли сюда. Вот его товарищ. То есть женщина пыталась спасти человека? Да, да, да. Я на помощь пришел, мы уже вдвоем ее в море там на матрас положили и до берега догнали. Далеко от берега были? Ну как, ну, не знаю, метров, наверное, 50-100, наверное, где-то. На надувном матрасе очевидцы доставили мужчину на берег, вызвали медиков и спасателей. Поступил вызов о том, что на диком пляже в районе пляжа Юнга утонет человек. Прибыв на место, увидели, что очевидцы уже достали человека. Мы приступили к проведению сердечно-легочной реанимации до прибытия скорой медицинской помощи. После прибытия бригады оказывали им помощь в проведении сердечно-легочной реанимации. Скажите, а что-то удалось узнать? Сколько человек было в воде? Один человек был в воде. Ушел далеко плавать. Все попытки реанимировать пострадавшего оказались безуспешными. Спустя час врачи констатировали его смерть.